Всем привет! Хореограф Илья Авербух высказался о шансах российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на зимних Олимпийских играх. Эти спортсмены дебютируют в составе взрослой сборной страны в этом сезоне. Диане Дэвис и Глебу Смолкину нужно просто набираться опыта, кататься на отмаш, как они катались весь этот сезон. С моей точки зрения, им очень удался ритм танец в этом сезоне. Совершенно не принципиально, какое место займут ребята. Они просто катаются и получают оценки. Сейчас это ни о чем не говорит. «Дэвис и Смолкин набираются опыта и делают задел на следующее четырехлетие», – сказала Авербух. Также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящих на Олимпийских играх соревнований танцевальных дуэтов. «От всех ожидаю интересной и яркой борьбы. Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синицына и Кацалапова нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно, без ошибок, кататься радостно. Синицына и Кацалапова – фавориты и реальные претенденты на олимпийские медали в танцах на льду», – сказала Тарасова. Кроме Синицына и Кацалапова, Россию представят Александра Степанова и Иван Букин, которые уже прибыли в Пекин и начали свои тренировки, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Турнир танцевальных дуэтов начнется 12 февраля, когда фигуристы покажут ритм-танец. Медали будут разыграны 14 февраля после окончания выступления дуэтов в произвольном танце.